Первый пример, наиболее показательный, это когда заболевшая заразилась от своей дочери, вернувшей из зарубежной поездки. И вот мама заразилась от дочери, чувствовала себя неважно, но при этом продолжала ходить на работу. Заразилась коллега, заразился друг, с которым она общалась, и заразилась бабушка в семье, в которой она приходила в гости. Следующий случай, который тоже очень показательный, это заболевшая встречала своего родственника в аэропорту. Он прибыл также из неблагополучного региона, и он чувствовал себя совершенно здоровым на момент прилета в Республику Татарстан. На 10-й день этот мужчина почувствовал себя плохо, у него появились симптомы новой коронавирусной инфекции, и он попадает в инфекционный госпиталь. При этом все эти 10 дней родственница, которая его встречала, она продолжает ходить на работу. И таким образом она заражает коллег по своей работе, это 4 женщины. У всех 5 бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции, она никак себя не проявила, но у 2 женщин с этого коллектива заболевают мужья. И мужья попадают с пневмонией в инфекционный стационар уже с коронавирусной инфекцией более тяжелой формы.